Итак, Мур Клиффорд, Америка, Бекхан Гойгереев, Чечня, в красном трико. Мур Клиффорд очень хороший борец, очень техничный. Опа! Вот это бросок! Пятибалльный бросок! Бекхан Гойгереев первый период выигрывает досрочно. Давайте повторим, дорогие друзья. Повтор красивый должен быть. Это такое украшение. А зрители приподнялись и поздравляют Бекхана Гойгереева в своей категории 55 килограммов. Вот, обратите внимание, замедленный повтор. Бекхан подсекает снутри. И какой суфлекс! Вот это да! Вот это действительно украшение. Ну что ж, второй период. Посмотрим, что покажет Мур Клиффорд. Второй период. Победитель первенства Российской Федерации среди молодежи. Ага, американец пошел в атаку. Сейчас возьмет бал, наверное. Не смог взять. Бал есть. Американец взял бал. Чемпион Соединенных Штатов. Он из штата Айова. 25 лет. Чемпион Америки против чемпиона России среди юниоров. Бекхан Гойгереев в красном трико. Дорогие друзья, вы смотрите репортаж студии «Утро-2» с турнира памяти Ахмадхаджи Кадырова из Чечни, Гудермес. Идет матчевая встреча Чечня-Америка. Вообще, уважаемые зрители, настойчивости, упорству и волевому настрою американских борцов надо, конечно, тоже немножечко нам поучиться. Они умеют бороться до конца, до последней секунды. Отыгран один балл, но пока впереди американский борец. Гендри Сухуто. Клиффорд Мор. Второй период явно выигрывает американец. Чеченцы притихли. Генри Сухуто продолжает лидировать во втором периоде. Судья на ринге Ибрагим Таймасхан, тут же чеченец. И чуть больше 10 секунд до конца периода. Американец тянет время, он выигрывает. И все. Второй период выигрывает Мур Клиффорд. И все определится в третьем периоде. Идет третий период. Перерыв я здесь не показал. Если этот период проиграет, Бекхан общую встречу, несмотря на то, что он бросок. Пятибалльный бросок сделал, он будет проиграть. Судья международной категории, первый из чеченцев, кто получил это высокое судейское звание, Ибрагим Таймасханов, Хасарьев. Ага, судьи тоже заметили. Первый чеченец, который получил судью международного класса, международной категории. Судья поднимает борцов стойку. Что такое? Без свистка начал борцов. Все, Бекхан пошел в атаку.
балл! Еще один балл! И осталось меньше минуты. Счет 2-1. По периодам счет 1-1, а так в третьем периоде счет 2-1. Пока что Чечерик выигрывает. О, попался американец, наездник Бек Кайтемиров, приветствует болельщиков. Вот слева тренер американской сборной Терри Брэнс, чемпион мира. Ага. Бал взял американец. И время. Победил Ихан Гойкерея. Чеченская республика. 2-0. Общий счет 2-0. Чеченцы выиграют.